Привет, ребята! Сегодня у нас Лего Марвел, и все это железные люди. Можно сказать, моя мечта! Но вначале мы должны, конечно же, собрать, да? Да. Эти крутые наборы, и сейчас, ребята, вам все покажем. Ну что? Встретимся после сборки. Собрано! Собрано. Молодцы! Отлично справились. Значит, я предлагаю начать с вот этого набора, который собрал Никита. Да, да. Младшим надо уступать. Это точно. Да. Ну что, Никита, ты про него можешь сказать интересного? Вы заметили, у него есть вот такой щиток, типа щит. Да, это его такой энергощит, да? Своего рода. Фигурка очень интересная. Такой... В руках, что это такое? Это кулаки, которые могут... Пэл! Вот так вот. Эти кулаки могут летать. Да? Да. Да, есть, а ну-ка дай, я вот, отойду чуть можно дальше. Можно пулять. Ух ты! Слушай, они летят на такое приличное расстояние. Ладно, да. Я потом его подберу. Смотрите, ребята, какая классная фигурка, правда? Да. Ребята, теперь мы вам покажем силы этого костюма. Вот такой он мощный. Во-первых, он может летать. У него есть такие репульсоры на ногах. О, вот это ты даешь. Вот это репульсоры. На руках тоже. В общем, укрыл Даник. На руках у него, к сожалению, нету репульсоров. Ну, будем считать, что есть. Да. Еще у него есть мощная пушка в руке. Да. Вот, да. Да, вот. Получается, она как бы, ну, похожа на три больших пальца, да? Нет, она вот тут вот. Она под пальцами, да? Да. А как выглядит сзади? А ну-ка посмотрим. Сзади, ну, сзади у него, к сожалению, ничего нет. Ну, в общем, все, ничего лишнего, да, так сказать? Да. Смотрите, какое яйцо у Тони Старка. А ну-ка. Это с шлемом, а это без шлема, вот такой. Тони Старк внутри, будет он закрываться. Все. В общем, ну, не знаю, мне вроде бы кажется, набор не очень большой, но очень интересный, правда, Даня? Ага. Теперь перейдем к бою с железным торговцем. В общем, он такой, ну, довольно-таки массивный, да? Да, это очень мощный робот, у которого есть пушки целых две. Здесь целый пулемет и плазменная пушка. Ну да, вооружен он, конечно, до зубов. И железному человеку с ним сражаться, насколько я помню, было очень непросто. Ага, но у железного человека есть тоже очень много репульсоров. Вот еще один. Вот сколько много разных видов усиления его репульсоров. Скажем так, способов усмирения этого злодея. Да. Еще так, ну что, показывай его подробнее. У него очень много разных труб. Ох, действительно, слушай. Да, он очень сильно поддерживается. То есть его руки очень массивные. То есть вот его детали. В общем, такие разные усилители, да, которые, ну, придают ему огромную такую физическую силу. Ага. И он еще украл самое главное оружие у Тони Старка. Какое именно? Репульсоры. Ах, какой же все-таки он нехороший персонаж, да, да, этот железный торговец. У него такой же нагрудный магнит. Так, а где находится сам злодей внутри, да? Вот он. Вот он, этот лысый бородач. Кстати, этот костюм, это именно тот костюм, который сделал Железный Человек, но нашли его обломки и создали заново. То в общем, есть его... доработали. Да. О-а-а, наконец-то все труды Тони Старка будут моими. О-а-а, этот сейф поможет мне создать супер костюм. Я так не думаю, злодей. Что? Ха! Не тут-то было, Тони Старк. О! Никита, что подключайся, ему нужна твоя помощь. Никита, помоги. Это костюм ко мне. Давай, попробуй мне что-то сделать. Никита, осторожен, осторожно, будь осторожен, он может использовать свои мощные заряды. Я этого всего не боюсь.
Сейчас ты познаешь всю мою силу. Он стреляет зарядами, Никита, активируй щит. По-моему, дела плохи. О, нет. Нет. Да. Я тебя уничтожу, букашка. Кажется, пора улетать. Самонаводящиеся патроны. По-моему, дела плохи, Даник. Да. Ты что, думал, что победить меня будет настолько легко? Кто следующий? Неужели зло останется ненаказанным, Даник? Нужно что-то придумать. Нет, все это время железный человек номер один создавал мощного титана. Я все-таки, я знал, что у Тони Старка был запасной вариант. Здорово. Эй, злодей, нехорошо обижать маленьких. Что? Железяка, откуда ты здесь? Зачем ты меня схватил? Вот это развитие событий. Мои репульсоры. Робот, включайся. Так просто он не собирается сдаваться, Даник. Держись, Тони Старк. Откуда у него такая сильная броня? Мои руки. А я включил суперзащиту. А теперь получай. Тони, сделай тот прием, который мы отрабатывали все выходные. Хорошо. Попробуем. Интересно, что это за прием? Вот это бросок! По-моему, ему сейчас уже будет точно конец. Тебе конец, железный торговец. Ну все, костюму моему точно капец. Но у меня есть последнее, что я хочу сделать. Куда это он смылся? Ребята, он пропал. И костюм полностью уничтожен. Вот он даже на две части развалился. Ну что же, с вами был Даник, мой младший брат Никита и мой папа. Всем пока-пока. До новых встреч, пока.